Самая большая молочная ферма региона появится в селе Турунтаево. Сейчас там полным ходом ведется строительство коровников, которые в общей сложности вместят около 1700 животных. О планах и перспективах развития турунтаевского предприятия расскажет Евгения Мозгова. Частичный будет ремонт, то есть где-то будет меняться кладка кирпичная. Это полуразрушенное здание еще в советские годы служило местом для содержания коров. Буренки обеспечивали молоком все Турунтаево и окрестности. Однако в 90-е скот пустили на мясо, а ферма развалилась. С тех пор она переходила из рук в руки от владельца к владельцу. Но только сейчас, по сути, началось полное возрождение турунтаевского животноводства. Но оно того стоит? Я думаю, стоит. За последний месяц отсюда вывезли тонны окаменелого навоза и мусора, подвели воду. Этот коровник восстановят до Нового года, а по соседству реконструкция уже завершается. Дарить букеты полевых цветов и луговых трав местным буренкам в этом коровнике будут уже в октябре. Линии подачи корма и забора молока полностью автоматизированы. Каждый аппарат оборудован детектором мастита. В двух коровниках будут содержать около 400 голов крупнорогатого скота. За одну дойку смогут получать до 12 тонн молока. Это первые жительницы турунтаевской фермы. Больше 100 голов чернопестрой, улучшенной галштинской породы. Уже в октябре каждая из них ожидает приплод. Все нетели местные, родом из Томской области, а значит, наиболее приспособлены к нашим сибирским условиям. К слову, свой первый вклад в развитие фермы эти буренки уже внесли приплодом. Это два быка. Один малыш, а другой Августин. Помимо восстановления двух советских коровников, в Турунтаево реконструируют телятник, родильный зал, а также построят два новых коровника и доильный цех. Когда смотришь финское масло на прилавках, это вообще смешно. С Финляндии привозить сюда масло, когда мы его должны делать сами. А уж молоко, сметана, творог – это сам Бог. Завершить строительные работы в Турунтаеве планируют в следующем году. С покупкой необходимого оборудования и скота обещали помочь власти. Если все сложится удачно, то Турунтаевский животноводческий комплекс станет самой крупной молочной фермой в регионе. Евгения Мозгова, Андрей Степанов, Вести, Томск. Качество ниже среднего, так оценили состояние Томска.